Зелен Майт. Хорошо. Гемслакер. По чуть-чуть. А, у меня не будет времени магика закрыть, бля. Это он с пугами пошел? Ну да. Не щадишь ты все. Да нет, очень быстро закрыл. Правда, танк тут слабый, типа. Я грула танчу. 30, наверное. Долоруса, Долоруса, убедите. Шивы КД. Даю массак. Ну, тирни сносите, то сейчас, блядь, что? Кутя. Что? Сейф приготовил? Кого? Сейф приготовил рейдовый? Он же тут дал, что? Хреново наличение лифа на мощный удар, полезно, но тут он. Зачем? Ну под мой билд, блять, офигенно бы зашел. Чё у тебя за билд? Не достаю. Там солянка такая дикая. Садись. Чего хват, забирай. Не, Кирс, ты не шаришь нам на два шива. Почему тут нету рефрешера, как в Доте? Ну да. Или какая-нибудь такая тринка, знаешь, которая сбрасывает. Да. Ну, шо я ж дебаф налаживает. Как обычно, нихуя с мне так не выпало. Как Гера, да. Она ж не налаживает дебаф. Ну. Шивы. Прикинь, три шивы. Мы так, кстати, вот СЛК 25 обычка в свое время синдром убивали через ШВ. Тут, да? Да. Да хули. Когда, блядь, знаешь, когда, блядь, половина рейда дебилы, они могут отбежать, блядь, от синдры на притяжке. Даешь ШВ и вроде. И вроде, блядь. И вроде и отбегать, блядь, не надо. Не, знаешь, тут фишка в чем. Этот сервак, он немного посложнее, чем стандарт. Получается, вот даже те же мобы на сурке, они появились, сразу бегут, они как сорванные с цепи сразу. А они по стандарту появляются, они еще стоят в стане. В пружинке на этом на совете они появляются. Их видно, что вот она появилась, и потом только она взрываться начинает через секунду 2-3. Нет, да, тоже я... есть. Там анимация короткая идет. Я знаю эту херню. Там просто вот даже когда на простом ЛК был, там вот сообразить, выбежать, блять, там намного. Дохуя времени, да. Там мобы вот эти, которые стоят, допустим, с ЛК перед ребром. Они вообще по-другому работают. Должны по-другому работать. Да, да. Даю. Бай, жестокий рейд. Ваши вы. Вообще чай нальем. Чё там, выпало что, стрэш, что ли? Ой, ешка там валяется. Хер на неё. Какая была ешка? За 5. За 300 голды что-то идти добавлю. Пряжа. Дай мне утро, я себе заберу ее. Ладно, на 40, короче.
будешь ты у нас. Правильно, Лага. Знаки всем не скидывай. Знаки уже бы. Там получается, она каст должна начинать, когда притянет всех под центр. Тогда надо будет DPS, не надо будет саппорт. На Воке ХМ буду давать. Такого момента никогда не наступит. Ступит, дверь. Ну, Эльдуар, когда вот откроют. Мы также говорили про Гидроса, да? Что типа, такого момента никогда не наступит. Если я буду видеть, что мы носим. Три метра. Я пока пару минут отойду, хорошо. И на четвертого не хватает урона, блядь, будете фласки просто. Воронка. Ну или плакать на. Кстати, паролу вороночку будет. Опа. Без ГП? Да, блин. Да. То вырубится. А на продажу можно? Да не обязательно, это толку хэнти. Падает трэш. Воронки всякая эта херня, забирайте. По знаки и подарки. Не трогайте. Пригодятся. Типа разрадовайте. Дальше. Хоть. Воронка последний раз. Поставим. Там Ван говорит, не падала никакая воронка. Соло украли, гриб кричит. В гостиную пуги могут заходить? Да. Да. Тогда без стрима. Не, стрим не надо. Магия просто по старой цене надо за воронку. Вы добили или нет, короче? Добиваем. Почти. Осталось два пака эти, которые перед боссом птички. Есть какие-нибудь изменения по второй фазе? Тоже его знаю. Да, ну это, да, по второй фазе вообще по тактике у нас есть. А по поводу нерфов нет, не знаю. Сейчас обещаю. Там паладины наконец-то наныли на изменение бонуса. Какого? На ретрика? От 2-5. Сука, пойти что ли поныть там по товару, блядь. Что за изменение? За шипы это уже паной. Почему ханты никогда не нарю? Хантов что устраивает, да? Потому что на первых позициях. Что, блядь, с Т4, что с Т5? Вообще похую. Хантов никогда не... Так, короче, сейчас. Озеро туда место. Япончика запущу. Он вчера был. Проще будет. Так, дальше. Короче, по ласт фазе. Возможно, я поменяю еще обратно. А дайте тогда портал Долоран. Если мне им понадобится. Этот, будь. О. Так, с Last фазе, короче, все РДД. Короче, все РДД, милики. Блять, кто поставил? Ставлю туда метку, смотри, куда ставится. Ух, хлеб, да? Блять, не туда метку. Подожди. Точно. Лёха, перейдите в рейд 1, чтобы можно было стрим смотреть. Ну, пытаюсь перетяните тогда всех. У меня прав нету. Кто там? Лага? У кого есть права, туда и все. Короче, все, блядь, заходят на второй фазе через эту платформу. Заходят, короче, звездочку и туда дальше смещаетесь.
Вот танчишь на первой платформе. Вот здесь. Здесь нельзя стрим. Выключи. Хилы становитесь... 14 минут. Так, хилы становитесь между двумя платформами. Там, где печенька. Хилите и тут, и там. РДД... Блять. Нихуя же непонятно. Там рестарт серва будет. Да, я вижу. РДД, короче... Ваша метка, ромбик, но вы туда подальше, блядь, к стене забегаете. Милики, вы лужи выносите, вот стоите звездочки примерно, да, дамажите, и выносите параллельно, блядь, туда, назад. Даете еру и хуярите. Дальше, Монород, ты на третьей платформе. Хилы там тебя прохилят. Дальше, Кават. На первой здесь, с этой стороны. Я на второй. Дальше. Этот. Даете еру, херачите босса, появляется трэш. Даете деф и взрываете трэш. Локи 4, 3 бана. Еще одного моба можно будет законтролить так. Ну, типа корни или трапа, без разницы. Главное, чтобы 5 мобов зашло этот. Я здесь. Главное, чтобы 5 мобов зашло, блять, в... мелкого Алара. Если 5 заходит, там будет проще. По 2, по 3. Локи в последнюю очередь баны отпускается. Дальше, по хилам. В, короче, это. В ромбике находятся все хилы, за исключением гены. Гены сообразительнее, короче, поэтому будет нас коватом хилить. Все остальные хилы находятся это, в ромбике. Гена там тоже будешь смотреть, короче, бегать туда-сюда, туда-сюда. Тем более ты на бегу можешь подкидывать. Если что, будем отдавать баблу, прожиматься. В зависимости от прожимок тоже будешь. Будем анонсить. По первой фазе. Все как вчера, определитесь. Где кто контролить будет. И да, будем гулять мазур. Вспомним первую фазу. Да я знаю, как раз еще вторую захватим. Ставлю рыбу, даем баф и пьем спрот. Так это победный трай, может сразу. Бага, ура, освободи. Может подождем ребут? Блять, не начинайте хуйню, блять. Даем, посмотрим. Поставьте, пожалуйста, метки, как вчера, справа лево, чтобы не было такого, что. Спасибо, перевыносили. Все, даю проверку на бафы. Лех, я в хиле или в ДД? Ты у нас пока... Короче, идем пока что в 5 хилов. Можем ты... кресты. Ну окей. Мозер, бафните вага, бафни Мозер. Женуэн готов. Народ на дисплее, да, Женуэн. Пианист. Что? На второй фазе ты сказал, милики отбегают параллельно, а параллельно это как куда? То есть просто к стене? Да, к стене туда, короче, бежите. А. Ну, то есть, чем дальше лужи, тем, ну, не так далеко можете вынести, ну, подальше, чтобы на танке лужи не... Окей. О, еще раз, вверх. Мутит. Все, не забываем контролить, блядь, и взрываем аккуратно. Так... Короче, я тогда не буду ауру забирать, будете с вагой меняться, пускай моя прота стоит. Я массакр просто буду отдавать вагам мастера аура, да. Так, все, в принципе, все. По готовности ханты поехали. Я нажму третью. Вы склады просто меняйте. Поехали. Нормально, дамажим. Забираю босс.
короче, поехали под босса. Контроль по мобам. Деф. Пять стаков. Пропали стаки. А, сейчас будет крутиться, как бы. Так, подержи лесику. Выдохните. Так. Лага. Могу забрать. Забирай. Каст. Жадность. Вы уже вынесли, потом под босс. Хил. Оба контроль. Шве. Дал мастер. Швешка была? Да. Что, блядь, добро? Была, да. У вас сопрота выпиты? Должно у меня просто... сопрот выпитый. Сколько вам произошло? 6? Захиливайте лужа. Забираю босс. Поднимите, раздайте буэра. Аванхили даю. И бафы сразу, блин. Знаю, с тебя лапа. Бафы обновите, прохитите. Каст. Так, босс. Значит. Сейф. Задеф. Добро. Хил. Так, два мопчика. Сколько у тебя? Пошли. Это. Все, больше не запускайте, пускай банок стоят, профилируйте. Каст. Вообще, пусть только каста запутал. Упал. Че происходит? Кто с прохилом? БР еще есть один, у кого остался? Давайте это, сейф. Куполом вообще похуй. Ты в танке? Забери, держи пока. Дайте по хилам ману, Элбрилу, ван. Свой дохи. Хил воина. Капли есть? Кап. Наш 20 секунд продержись, короче. Есть блок, наверное. Каст. Сейчас мастер аур надо будет цель. А мне швышка есть, здесь нормально. За контроль типа побольше. 3 секунды. Хули. Побольше, блядь, законтролить же попросил. Не было Кватовской, да? Где ты сокрыт?
Закрыто не было, но, блядь, мобов-то зашло 8 штук, блядь, в босса почему-то. Неужели сложно, блядь? Да это людям объяснять надо, эту хуйню. Ну, зачем у тебя трапу сбили? Цепухой, наверное, какой-нибудь сбили ее. Да нахуя цепуху хуярит? Встаем, бежим, резаемся. 3 минуты осталось, Лех. Ну, забахнемся хоть. Сразу же там зашли и это. И начали. Я вылетела. Это всякий разговор. Видите цепная молния? Это все он. ГП ему. По мобам посмотрите. Так ему нету смысла в соло цель 5, он специально по мобам кидает. Сколько по времени было до на последних адов? А, вон кто у нас, смотрите там. Опа, здорово. Раздала. Так это эти, блядь, вулканы у него нахуй. Ну так и кирсы, раздалак, и два шамана, молодцы. Так, рыбу ставлю, короче. Амир, пиздец, что провокация. Специально кидаешь по тем, кто в бане. Да, и выводит из этого, из бана. Угу. И кто диспалит, Монород или жена? Монород, наверное. Монород, ты диспелишь или что? Монород, соло, да, 40 диспелов. Жмён, где ДПС, блядь? 13 тысяч, ты ебанулся, блядь. Не, ну он и Лема перегнал, видишь? Блядь, да. Кирс, блядь, где ДПС? Ладно, Редвар там сдох, окей, блядь, где Кирс ДПС? У вас Демон Лог, блядь, перегнал, ШПшки перегнали, вы ебанулись. Где ваш ДПС? Позор, позор. Монород, где ДПС? Да нормально, на орка придем, там ничего делать не надо, там покажут. Так, все, бафы раздали, короче, сейчас ребут, заходим, пуляем. Ну, для первого пула более-менее. Единственное, что с контролем проебались. Хилы, хилься. Больше хилит, да. Кого-то уложили. Гена, чё ты слакаешь по хилу? Чё за дела? В смысле слакаю? Алло! Проверим? На первом взрыве всё вроде нормально, блядь, а дальше что-то поехало. Ты посмотри на мой шмот, это офспек, и посмотри камни. Слакаешь. Просто камни. У тебя посмотри. Кривой какой-то. Планку установите сразу. Метки, пожалуйста. Раздава колбак, Али. 4-го как-то надъебнулся. И голду дал, и токен забрал. Лох. Женьшень. Дай проверку. Там ваги нету. Давай на Эликса возьмем. Так вага только что здесь был. А вон нет его. Дисконнектный. Не знаю, дискорд или нет. Сейчас посмотрю. А чё на Эликса? В дискорде вроде бы не вижу. Он там планета есть. Давай, вот, вот зашел он, подожди, он в Дискорд зашел. Услышал, что... И вышел дальше.
Гена, зачем ты напугал человека? Не, ну 250. Гриб, скажи, что совы пугают людей. Вообще, вон, смотри, у нас скоро холипал будет топовый. Скоро ли? Мне чуть-чуть сюда надо подформить. Я оформлю потихоньку на нему, да. Хапала, что ли, делать собрался? Ну да. Да, он же говорит несколько дней. Чё, так я ж не в курсе, меня 4 дня тут не было. Я проверку. Раздавак. Все готово, на позиционку становимся. По готовности, ебал, пуляй. Каст. Забираю босс. Да, кот, ничего. Контроль. Дев. Сейчас каст будет. После каста как раз пройдет, прохилится Рита, да? Забираю. Каст. Лага аура. Кильтевой, да. Забираю. Ага. Купол, когда давать? Давай здесь дискорд. Вот. Каст прошел, вбежались под босс. Хил рейда. Давайте сейвы. Хил. Больше нельзя. Много. Блять, ну серьезно. Ванхил стать есть? Даю БР по ванхилу. Упал. Народ паковат. Не уже КД на кого-то давал. Паковату даю. Женуэн по козу. Жена на лапу с тебя будет. Баф обновите, у вас баф. Каст. Да кто так выносит? Илики, да? Под босса. Контрольте. Контроль обязательно. Корни по одному. Ну видите, купол стоит, мобы не идут, ну хотя бы трапы хамты отпускайте свои, ну так сложно что ли? Тихо вы. Сейчас когда забирать. Можешь забрать. Блять, милики не выносите в РТД зону. Прохил.
Тварь. Предо зону милики не выносите, блять. Вперед босса проносить лучше. Нажимайте РДД. Вот, после кого ты подстрахуешь, возьмешь. Босса, мотивола просить. Даю массакру, сейв даем. Забрал. Не спел. Блять. Ну где контроль вообще? Народ, блядь, будет, сука, контроль сегодня. Один, блядь, в бане стоит. Ложитесь. Чё сложно, блядь, за контроль трёх мобов? Народ, кидай по одному, сука, корни, по-другому никак, походу. Ну, блядь, с женой Н кидай по одному корни. Ну, тут ни смерчи, нихуя не было. Ну, в одного дали, наверное. Да, блядь, каждый с разной стороны взял лог, блядь. И уже 100%, блядь, не собьется никак. Может, они... Кто-то, блядь, взял до, блядь, квадрата, кто-то от квадрата до креста, блядь, кто-то от креста и дальше. Ложиться, блядь, из-за того, что вы не можете, блядь, трех мобов поддержать, ну это серьезно. Сколько по времени банк остается? 1.03. Рыбу поставил. Что, Ванхель, где прохил вообще? Не знаю, как здесь хилить. Керс, хила, спекайся. Ванхель, выходишь. Напиздился, долбоёб, блядь. Долинковался, точнее. Ну, не помню, здесь. Планета, заходишь. А Сантей чё, в отпуск уехал или чё? Да. Да, только что спал. У меня на 2 часа висел. Смоньте планету, бафа. Я вчера в холле приста, ДЦ, 2 рестор друида, рестор шамана прохиливали, блядь. Пиздец. Планеты что не хватает? Вага, ауру возьми. Планета как готов, плюс рейд. Все, поехал. По готовности. Бля. Все. По боссу активно. Каст.
Забираю босс. Каст. Жались. Босса. Контроль. Дев. Четыре. Пять. Раз. После коста только. Выдохи. Блять, после коста, а не сейчас. Ложитесь. А что за шляпа? Да блять, дают, когда перья летят, наносят урон по рейду. Они, блять, с бана отпускают. Вы серьезно? Вы, блять, хилбот не смотрите, или у вас, блять, фреймов нету рейда. Ложитесь. Это что, три моба, что ли, было? После урона, как по перьям, блять, прошло, да, три сразу отпустили Локи. А какие вот... Локи? Чё вы говорите-то? Там корни, блять, закончились на мобе. И он пошел и взорвал. Там три бана. Не может быть, я отпускаю бан сразу после того, как дебаф на нас спадает, я сразу отпускаю, чтобы прохилилось нормально. Блять, ну как так-то нахуй? Ну значит, гриб с казумом, блять. Перья, блять, уходят, перья уходят, наносят урон по рейду. Это прохиливается, и только после этого вы можете отпустить. Давайте чешки сдавать по команде друг другу. Как бы озвучивать, кто будет первый, кто второй. Вы можете, блять, просто аккуратно все делать. Нахуя вы спешите, блять, с этих мобов сливать? Еще следующие мобы, блять, не появились. У нас есть времени, блять, до следующих мобов. Да хуище просто, слить этих мобов, блядь. Вы можете в бане, блядь, держать их до того момента, как, блядь, прохилится урон от первых луж, блядь.